Всем привет, ребят, с вами профессор. Сегодня у нас на обзоре две посылочки от наших ребят с нашей группы. Первая посылочка — это карточки, я покажу сразу, это ХСП-карты, их три. Карта Жнеца с Роботалианом, карта Фейрипер и карта Джиггерноида с Жнецом. Вот какую-нибудь карточку возьмем, положим, кладем, и обзор на наушники. Шутка, просто коробочка такая. Все, сейчас открою и покажу. Начнем, наверное, с B1 Бакуганов, продолжим с B2. Первый на очереди — это Аквас Перл Жало Акваса. Да. Аквас Перл жало. G730, но скорее всего 710, но это миспринт, скорее всего. Состояние у жала идеальное. Такой кентафарик. Второй у нас — это Пайрус Серпиноид. Идеального состояния. G-сила 380. И это довольно приятно, кстати. Ну и последний Бакуган — это Бакутек, один из самых тяжелых. Ага, понял. Так, как-нибудь бы его запустить. Ага. Ладно, давайте просто заново. Это у нас Сейс, насколько я помню, так зовут. Вот. Full Metal, 6 металлических деталей, весит вроде как 40 грамм. И прям тяжеленный Бакутек. Золотистый такой. G у нас 660. А стихия Даркус. Вот. Вот такой кент. У него лапа вот так обгибается. Лапы съемные. И эти боковые металлические вставки тоже. Поэтому, ну, очень интересный Бакуган. У него вроде как тут тоже магнит есть, но я не понимаю, где он именно. Или он... Он или без магнита. Ну, сейчас вот так просто поставим. Вот. Вот такой кентафарик. Ну, одна из посылок. И вторая распакована. Поэтому увидимся в следующих распаковках.